Тема 846. Пивной автобусный тур. Два друга, живущие в небольшом американском городе Уилмингтон, что в Северной Каролине, 100 тысяч жителей, решили поддержать местных производителей пива и организовали пивные автобусные туры для жителей своего города. Все, купившие билет, садятся в автобус. Нет, в автобусе они не пьют, но на нем объезжают все местные пивоваренные заводы, а их здесь не менее 4. Тур длится 4 часа, с 12:30 по 16:30, пока только по субботам. Группа заезжает на территорию каждого пивоваренного завода. Каждый может своими глазами посмотреть, как варится пиво. За уютными столиками каждый человек может продегустировать разные сорта пива и просто посидеть, поболтать в теплой компании. Народу в поездку набирается достаточно много. Билет на пивной тур стоит $49 с человека. Пиво в эту цену, я думаю, не входит. Пиво можно выпить на месте, а можно купить с собой. Сайт организаторов пивных туров. PortCityBurbs.com. Там можете еще фотографии посмотреть и прочитать на страничке. About. Что в ближайшее время на родине предпринимателей откроется еще 5 пивоварен. То ли пивные экскурсии подняли местный бизнес, то ли пивоварение – перспективное направление в любой точке земного шара. Подумайте, может быть, вам стоит этим заняться. Мне кажется, такие экскурсии будут интересны всем. One. Простым жителям города, тем, что они смогут в реальности посмотреть, как варится пиво, ведь это экскурсия. Попробовать разные его сорта по чуть-чуть, не покупая по бутылке каждого сорта, познакомиться с другими любителями пива, поддержать местного производителя, это патриотично. Two. Пивоварам эти туры привлекают внимание к производимому ими товару, это бесплатная устная реклама, это дополнительный сбыт продукции. Three. Для организаторов туров, прибыль в благородном деле просвещения горожан и помощи местным пивоварам, по-моему, очень интересное дело, и его можно организовать с любыми местными предприятиями для налаживания более близких связей между местными производителями и потребителями, для улучшения экономической ситуации в нашей стране и общего душевного климата. Например, в каждом городе есть свой хлебозавод, можно свозить туда детишек, показать, как пекут хлеб, угостить их пряниками, булочками и пирожными. Билеты купят родители, а стоимость лакомства войдет в стоимость билета. Аналогично с кондитерской фабрикой, хотя это в некоторых городах уже есть. Я уже писала про сладкие экскурсии для детей. Давайте подумаем, каких производителей еще можно свести с покупателями поближе. Местные типографии, продажа календарей, тетрадок, книжек, открыток, закладок. Мебельная мастерская может продавать какие-нибудь миниатюрные сувенирчики типа кукольного столика, шкафчика, стульчика. Они будут играть роль живой визитки для стимулирования последующих покупок. Либо можно продавать домашний декор, покрывало для мягкой мебели, подушечки, все, что используется для мебельного декора и что не тяжело будет забрать с собой. Мыловарня, мыло и молды для мыла, швейная фабрика, все, что шьет сама, фартуки, халаты, юбки, блузки, хозяйственные сумки, скатерти, ну и так далее. Причем, вам, как организатору тура, не нужно вкладывать больших денег в создание своего бизнеса. Достаточно договориться с местными производителями, а они сами будут заинтересованы в вашей деятельности, арендовать автобус, провести рекламную кампанию в городе и наблюдать, в какую сторону расширяться дальше. Можно ведь организовывать туры не на одно только предприятие города, а на многие другие, в том числе и находящиеся за пределами города. Можно организовать спецтуры под определенные события или для определенной организации или частных лиц для проведения, например, дней рождений, свадеб и вечеринок.